Вот работница наша. Христос воскрес! Ну давай, показывай, что ты тут делаешь. Ну вот, спаси Христос тебе за завтрак. Слава Христу. Вкусно? Вкусно, конечно. А вот в понедельник, следующей неделе, следующей нету, а через ту, у нас будут люди, работники. Так что, если будешь где-то здесь, и возьмем все. Вот так. Большие теперь пошли. Остались. Давай навоз. Посмотри, что на улице делается. Вот как. Как нынче сирень цветет везде благополучно. Красивый город Барнаул. Очень. Так, у меня вопрос к вам будет. Мы ходим, когда есть возможность, по погоде, к мосту к большому, и там молимся, возвращаемся. Вы не хотели бы с нами хоть раз сходить? Вот вы бы увидели, как мы молимся там у плиты, где память Баварину, останавливаемся, молимся. Ну, может, как-нибудь и сходим, но сегодня уже долго, в другой раз, может. А? В другой раз, сегодня долго мы уже. В другой раз это уже все. Я уезжаю. Мы же не предупредили. А ну-ка давай спросим. Кучу банок всего. Пойдешь с нами? Нет, к мосту. А ты на мосту хоть раз была? Ну мы же все время проезжаем, ездим. В Большой мост? Да. А мы под него ходим, молимся, чтобы его не взорвали. Слава Богу. Так а что не поехать бы сегодня-то? Пешком до отсюда идти надо только. Пешком вы банок наотдавали нам всего. Это с банками гулять-то тут не очень удовольствие. Так. Ну ладно, Бог помощь вам. Спаси Христос. Так мы что, не пойдем сегодня? Нет. Сходите. Мы ходим с Левой Николаевной. Молодцы. Пошел я тогда, что тут? Сейчас молиться начинает. 12 часов. Вот какая береза. Тут. А вот другая наша. То ли из-за того, что почечная или наклоненная, ну какая-то по-другому. И вот ель. А это вот калина. Калина. Вот она уже цветет, тут калина. А этот куст почти не цветет. А вот это у нас. А ревень сейчас можешь пересаживать или нет? Ну что ему будет? Дело в том, что он мешает нам вот этот вот. Привезут контейнер сюда поставят. Можно, дожди будут на этой ниве. Поливать надо. Вот кто-то оторвал два листа и бросил опять. Этот виноград. Михаил Петрович взял, как железный натянул. О, как. По 4 трубы. И уже зацветает. Один единственный. А это вишня, но она ничего не дает. Вот песок.
Говорят, 15 тонн, другие говорят, не больше 9 тонн. А это уже большая разница. Щебень 15 тонн, он тяжелый. Ну вот неделя ровно осталась, через неделю будем делать ремонт тут. Осторожненько. А это вот Котя наш. Он дядю Вову знал. Сейчас мы познакомились с ним. Вот он как ест тут. Это я ему тут принес. Ну, ешь давай, ешь. Ой, какой-то подтягивается. Да за хороший такой Котя наш. Черный. Дядя Вове будет интересно на него посмотреть. Давай, вот, гляди. Давай. Давай, вот она. Ой, да какой хороший, да молодец такой. Всю зиму мышек ловил. Холодно было. Да. Мухота сразу появились. Тоже любят. Ага.